В микрорайоне «Зеленый бульвар» приступили к организации безопасного и комфортного дорожного проезда к жилым домам. Между улицей Нейбута и «Зеленым бульваром» сейчас идут работы по переносу ограждения. Это позволит расширить дорогу. К сожалению, в этом микрорайоне у нас участились случаи, когда без должной организации этого движения были запаркованы автомобилями жильцов все проезды, и в связи с этим не было возможности проехать специальным службам, машинам скорой помощи, пожарным машинам. В связи с этим, вот, проведя определенную подготовку, установив сервитут для организации проезда, мы приступили к этим работам. Сервитут установлен в равнозначном удалении от территории жилых комплексов. Также на участке появится дорожная разметка. Провести работы по обустройству проезда планируют в кратчайшие сроки. Артем Белов, Диана Иванова. Новости на Восьмом.